Так, ну чё, идем, значит, мы в церковь отвоевывать. Так, где эта церковь? Сейчас сразу точечку мы поставим. Это где Грейс. Она? Это Грейс. Я в церкви. А я понял, что ты в церкви, и ты Грейс. Так, чё, собакин мой на месте, идем. Нужна только тачка. О, вот и тачка. Чё происходит? Кто там воюет? Так, поехали. Что вы едите? Все больше жителей Монтаны так, страдают от ожирения. Пусть их число и растет медленнее. Ты сядешь ко мне, не? Регион. Или бежать сзади не будешь? Ну ладно. Стопы. Оба-на, а ты откуда здесь? Бом. Блин, а чё не едем? Чё не едем? Ну блин. Всё, типа тачка задымилась, дальше не будет двигаться? Блин, это плохо. Так. Так, это кто стреляет-то? А, это свой, это не надо стрелять. Капец, там что происходит? Ой, промазал. Хорош, псина. Бумер. Так, тут пожар. Тут вообще война капец идет. Оба-на, кстати, вышка. Вышку надо завалить. Плюс 100 очков. Ой! Вот это грохот! Ты ударил по башне? Иземщики хранят в них удобрения, из которых делают взрывчатку. Они использовали ее, когда напали на нас с Ником. От нее не сбежишь, сносят все в округе. Знаешь, что я думаю? Возьми самолет Ника. Он будет не против. Так, у нас появилось дополнительное задание, но... На него пока отвлекаться я не хочу. Так, ты свой, свой. Так, а там кто у нас? А, это тачка какая-то едет. Так, чё там за удобрения говорили? Пусто здесь, нету никаких удобрений. Так, это свои. Оба-на. Так, тут закрыто. Ладно. Так, чё, едем тогда дальше. А, что, подожди, я выйду. Ты куда меня везёшь вообще? Мне нужна тачка для меня. Моя личная. Вот это сойдет. Вот этот тракторенок. Ну прет. Так, это свой. Так, едем до церкви.
Собакин, конечно, плохо, что со мной не едет. Оба-на, церковь какая-то. Ладно, под... Или это и есть то место? Ну да, это и есть... Это то место. Давайте выходим. Что тут вообще происходит? Это что, пожарные стоят? Что здесь происходит? Что за дым? Я никуда не денусь, ублюдки. Блин. Собаки на моего завалили. Не успею. Не успею. Или кто это? Кто это был-то? Блин, а вот теперь собаки завалили. Так, бумер, живи. Уходим отсюда! И чё? Так, мне метку надо убрать. Эй, я наверху! В каком верху? На крыше, что ли? Ася, что тут такое? Нигода себе. Проблемы. Чё, ты кто? Я Грейс. Привет. Мне рассказывали, кто-то тут портит жизни демщикам. Ты вовремя. Да, это я. Видишь могилы внизу? Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. А что с глазами? Не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею, но меня нужно прикрывать. Они вернутся в любую минуту. Так. Юго-восток. Защищайте мавзолей. Центральный, восточный и южный. Ну ладно. Блин, собакина так могут завалить быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не хотел спускаться. Отлично. Я не хотел спускаться. Восток. Так, я иду. Крышу поинтереснее будет палить. Так, вот, три мавзолея вижу. Так, тут патрошки где-то были. Угу. Да что такое там? Нас окружили. Я буду здесь. Спускайся, назад. Я прикрою. Живо, на назад. Дороге. Рассредоточимся. Я отстреливаю. А ты следи за могилами. Ой-ой-ой, там снайпер сидит. И не один. Я буду здесь. Спускайся, я прикрою. Так, ладно, я спускаюсь, короче. Сейчас патроны... Нет, патроны не возьму. Ой-ой-ой, как это красиво было. Так, Собакина, не обижайте. Враг на юго-востоке. О, патроны.
блин, бронированный какой-то хрен. Быстро все назад! Вот. Так, ну чё, всё? Мы справились? Спасибо. Есть ещё минутка. Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Но если будет нужна помощь, зови. Я тебя прикрою. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, грейс в огне выполнена. У нас новый сотрудник в отряде. Походу, это снайпер. Где тут опасно? Помощник? Довольно. Чё? Все грешники должны пройти исповедь. Такова воля отца. Мои люди идут за тобой. Скоро увидимся. Иоанну не терпится добраться до тебя, помощник. Знаю, тебе удалось унести ноги в прошлый раз. Но не недооценивай этого ублюдка. До связи. У меня метка. Это сейчас типа на меня нападать будут? Причем активно, да? Так, а это кто? Какая-то чика стоит. Так, и чё, кто, где? Вот эти, что ли, будут нападать, типа? Начнём охоту на копов. Не убивайте, стреляйте блажью. Пули с блажью вырубят его. Так, там нету никого. Нифига себе, чё так? А чё так жёстко-то, а? Мы тебя поймаем. Чё-то прям супер быстро. Нет, не было никого тут, раз. И чё сейчас? Типа меня поймали, всё, конец игры или не? Они бились достойно. Проще будет всадить в него пулю. Не смей перечить воле отца. Иоанн ждет. Хочет услышать его исповедь. Ты такая сидит. О, чё, насморк, братан? Нафтизинчику. Мать с отцом. Первыми научили меня силе слова-то. Однажды вечером они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я больше не был напуган. Я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «да». Ты чё, тату-машинка? И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «да». Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но Иосиф показал мне,
Каким эгоистом я был. Только получал, только брал. Лучший дар — тот, что ты отдаешь, а не берешь. Но здесь нужна смелость. Смелость признать свой грех. Вживить его в свою плоть и нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоль, и показать, чтобы видели все. Это и есть смелость. Нет. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли и будете свободны. Ведь таков единственный путь к искуплению. Ну, с кого начнем? Че, давай с меня, давай. С кого? Да. Да. Ты об этом не пожалеешь. Но пока мы не начали, мне одному кажется, что помощник Хадсон должна вернуться к себе. Иначе мы нарушим тайну исповеди. Я не заберу у тебя жизнь. Я верну ее тебе. Я открою тебя. Заполню твоими худшими кошмарами. Пока ты давишься, твои грехи явят себя. И лишь тогда ты, наконец, поймешь силу слова. Да. Скоро вернусь. Ты куда? Так. Так. Мне отсюда надо сбежать срочно. Так, мне надо туда. Алло, вон там что-то блестит даже. Да, я за трубой. Я за трубой хочу, ладно. Это похоже, разработчики так задумали, чтоб я в этом направлении двигался. Ну ладно. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но зато освободился от оков. Так, исповедь. Сюжетное задание. Найдите помощника Хадсона. Короче, эту девку найти надо. Так, сейчас я вернусь только за трубой. Ага. Так, еще что-нибудь есть тут интересное? Аптечку тоже заберем. А то наверняка мне карманы прошмонали все. Ну да, нет, ни оружия, ничего. Так, это тупик. Обана. Интересно. Благодарю Иоанна, что очистил меня от грехов. Я понял, что мои грехи не давали мне стать тем, кем я хочу. Угу. Так, биту лучше возьму вместо трубы. Так, и чё, нету у него ни пушки никакой? Куда хочешь, стреляй. Так, вот, пушка. Пушка — это хорошо.
Пушка это замечательно. Ой, это куда я зашел? Это не сюда все равно. Какой-то секретный уголочек был. Не. Бросить взгляд на свою душу, показать мир, окутавший ее мрак. Освободиться от времени. Я знаю, брат. Мне тоже это не нравится. Это грех во спасении. Потому что мы спасаем их. Верно. Скоро это станет неважно. Так. Коллапсии. Они скажут нам спасибо. Дайте разделитесь. Один сбитый. Конечно. Во-во, хорошо. Уходи, уходи. Иоанна, шикарный бунт. Я не стану осуждать тебя. Даже если будет... Да-да-да-да-да, это Кавказ. Ой-ой-ой-ой, меня спалили. А ты чё дымишь-то? Так, мне нужны патроны, мне нужны срочно патроны. Так, мне нужны срочно патрошки. Так, и эту девку я нашел. Чё? Я не слышу, что ты говоришь. Я знаю твой грех. Какой? Он ведет тебя. Правит мыслями и делами. Твой грех. Гнев. Да я вообще не злой, ты чё, чувак? Я на релаксе. Я прошу тебя, прими гнев. Он наполнит тело, поглотит душу. А в итоге ты будешь пуст. Я буду ждать тебя тут. Мы будем. Где тут? А что за кнопку он нажал? Блин, это газ. Блокировка входа. Ой, опять глюки начинаются. Весь наш гнев, братья. Скажите да, я отдам свою жизнь во имя отца. Ой-ой-ой, вот это мы заберем. Вот это мы заберем, автоматик понадобится нам. Что вас так много-то? Ты хоть раз колебался перед тем, как отнять жизнь? Войти. Гоните грешника прочь. Пусть бежит, пусть прячется. Когда пробьет час, Бог направит нас по его следу. Так, покиньте территорию. Так, ко мне девку надо было спасти. Но без ключа мы ей не поможем.
блин. Тачка, тачка взорвалась. Так, исповедь выполнена. Я вроде выбрался. Да потуши, туши, туши, туши. Блин, меня убили. Сдаться, остаться в сознании. Контрол, 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 контрол. Остаемся в сознании, давай. О. Да ты запарил. Так, вот это тоже мы собачку спасем. Так, нету патронов, я понял. Так вот он где. Ой, все, сбил, попал прям в бошку, четко. Так, ну все, я выбрался, и теперь что мне надо? Эксперименты веры какие-то непонятные. Так, пожар, от пожара мы уходим. Так, Black Horse Peak. Что это такое? И что нам теперь надо делать? Как-то надо его выманить. Так, освободите пленников. Да, это не то. Это тоже не то. Тюрьма. Короче, мне надо как-то эту девку Хадсон спасти, но нужен какой-то ключ. И поэтому нам этого чувака, как-то злодея, надо выманить. Ну ладно, уже продолжим в следующей серии выманивать.